Так, что такое у нас подсос на автомобиле? Смотрите, вот подсос, это вот такая ручка. Для чего это надо? Это надо для того, чтобы во время, когда двигатель еще холодный, чтобы автомобиль набрал обороты. Тянем ее на себя, даем побольше газу. И потом можно, когда автомобиль нагрелся, двигатель, возвращаем подсос обратно. Вот такая штучка. Дрючка. Это подсос.